Здравствуйте, друзья! Воскресенье, 31 января. Мы с вами в Санта-Крус, на бережку. Такое море сегодня не бушует, но пенится. Вот. И много людей вышли погулять. Видите, тут собачников много. И просто так ножками пройтись. Собственно, и мы то же самое. Вышли размяться, на солнышке погреться. И проезжал дядька на велосипеде, когда мы вышли. И говорит: боже, говорит, как красиво, говорит он нам, проезжая на велосипеде. Мы говорим: да. И он так говорит: we live in God's country. То есть мы живем в Божьей стране или в Божественной стране, так как перевести. И мы с ним, в общем-то, согласились. А небо какое? Мне Светлана говорит: покажи небо. Вот такое небо. На океане, надо сказать, что вода, что небо всегда такие меняющиеся, знаете, нетривиальные. Никогда не соскучишься. Да. Мы немножко так прошлись, метров 100, и вот поменялась картинка. Ребята тут на волне, с ветерком. Вы видите, друзья, сегодня много серферов. Так они, передовые отряды. Тут еще, еще. Они занимают позицию, исходя из того, как им кажется правильно вскочить на волну. Где пойдет. Ага, вот они. Пошли. Вон там волны, смотрите, как они. Некоторые только вскакивают и сразу садятся. Да. Не хотят открывать далеко. Те, кто впереди, может быть, рассчитывают на какую-то привилегированную волну. Хорошо ушел на и сел, и не упал. Хорошо сел на, в смысле, хорошо перестроился на другой фронт волны. Молодец.